Алматинка Эльмира Махатова называет себя жертвой банкиров. Женщина год назад пыталась получить кредит, но рассмотрение заявления затянулось. Она письменно оформила отказ. Спустя год они все-таки вспомнили. День-два раза звонит, один раз сообщение отправляет. Угрожали мне, что почему не оплатите. Как-то я им обещала, но я им ничего не обещала оплатить. Как я же не должна им. Кредит, а это 200 тысяч тенге, Эльмире одобрили. Об этом она ни сном, ни духом. Деньги, как энергия, даром не пропали. Кто-то уже успел ими воспользоваться. Как такое возможно, сегодня в банке не могут выяснить. Эльмире легче не стало. У него теперь висит долг в 300 тысяч тенге. Вместо меня платили вот 10 месяцев по 18 514 тенге кто-то платил. Через год они не захотели платить. Получается, здесь я должна. Вместо меня кто-то получил. Бум не бум, но потребительские кредиты народ разбирает. На все случаи жизни у банков есть предложения. Ошибки все те же. Заемщик не любит читать договор, а клерки на этом не настаивают. Финансист Дильнар Инсенова делится. Почему люди берут кредиты по 1% ставке, а платят втридорога? На самом деле, когда человек переплачивает, это же 10-15%, они превращаются в 20-30% переплаты. У многих банков есть скрытые комиссии, которые не указываются в явной ставке. Скрытая комиссия – это может быть ведение счета, это может быть страховка, это может быть еще какие-то дополнительные комиссии. Скандалами вокруг банка в Казахстане никого не удивишь. Было всякое. За последние годы, как говорят клиенты, резко упал сервис. Менеджер банка Александр Емешев рассказывает, как решают такие проблемы. Мы стараемся набирать сотрудников не из банковской сферы. Почему? Потому что у них нету тех вредных привычек, которые они могли заработать в других банках. Невредная привычка – это смотреть в пустоту, обслуживать клиента, не глядя на клиента, не спрашивать, зачем он пришел, а просто глупо продавать ему там тот продукт, который у нее есть. Сегодня это не единственный изъян банков. Финансист Дмитрий Жеребятев более 20 лет на банковском рынке. У него есть свое профессиональное видение. Понимая, что с точки зрения конкуренции банки в монопольном положении, то есть нету стремления там развивать эти сервисные части. Да? Там очень много ниш для развития, которые банки на самом деле не используют. Опять-таки не используют, потому что они понимают, что клиенту деваться некуда. Клиент все равно деньги принесет. Клиент Эльмира Махатова теперь 100 раз подумает, прежде чем обращаться в казахстанские банки. Деваться ей теперь действительно некуда. Она пойдет судиться с финансовой махиной.